Всех приветствую на своем канале. Сегодня я буду показывать, какие у меня были камеры, ну точнее какие у меня есть, какую я сейчас, на которую я сейчас снимаю в данный момент. Вот. Ладно, поехали. Первым делом я хочу показать вам, вот это мой телефон Asus Zenfone 2. Вот он. Такая нормальная камера, но вы видели по предыдущим видеороликам. Вот он такой нормальненький, хороший телефон. Вот. Вот такую вот маленькую мыльницу, видеокамера Fujifilm. Вот. Зум у нее пятый, там, пятикратный зум. Вот. Это вот от нее, ее, так сказать, коробочка или сумочка, как правильно. Вот. Аля, иди. Вот. С ней еще вот такой вот кабель шел в комплекте. Ну, это ее кабель для пересадки информации на компьютер. Вот. Во-вторых, еще хочу я вам показать вот такую вот камеру. Nikon. Вот. Она так себе, конечно. Потому что когда перекачиваешь на компьютер видео, то звука не слышно вообще. Там какое-то шипение, трещение всякое. Вот. Это вот от нее сумка. Так что она, наверное, самая худшая прям в нашем сегодняшнем подборчике. А сейчас вот это вот видео я снимаю впервые, кстати, снимаю на свою камеру. Ну, самую лучшую пока. Она у меня, вот тут сумочка от Dexp, ее. Это у меня Lumix камера, прям такая массивная, вот, хорошая зеркальная камера, вот, 60-кратный зум, там, клево. Здесь у нее в комплекте все идет, прям все. Тоже вот такой вот кабелек, прям самая лучшая сумочка, хорошая такая. Открываем. Здесь у нее провод в розетку и в втором кармашке. Здесь у меня лежит вот такой вот зарядник для аккумулятора. Аккумулятор достаешь из камеры, ставишь сюда эту вот штуку, подключаешь вот сюда вот эти две дырки и в розетку, и все заряжается. Вот. Что ж сказать, самая лучшая камера в этом топе точно, на которую я сейчас снимаю. Вот. Кстати, напишите в комментариях, как вам эта съемка? Как качество? Лучше ли она снимает, чем телефон там? Вот, младший брат мне пришел. Кстати, комментарии были отключены какое-то время. И никто не мог написать. Я подключила их, все нормально. Можете писать теперь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.